Башкортостан получит почти 44 миллиона рублей федеральных средств на поддержку промышленности. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. В целом в этом году на модернизацию промышленных предприятий правительство России выделило регионам более 3,5 миллиардов рублей. Эти средства направят на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре и компенсацию по лизинговым платежам. Получить государственное финансирование регионы смогут при условии, что в модернизацию производства вложатся частные инвесторы, а также будут созданы рабочие места. В прошлом году на развитие промышленности правительство страны направило 1 миллиард рублей. Башкортостан тогда финансирование не получил.